Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Chaos Break проходить. Chaos Break, Break, Chaos, Chaos, Chaos. Короче, один хаос. Chaos, Chaos, Chaos. Fluxus Database, мы сейчас тут посмотрим. Что у нас тут есть? У нас тут есть сейв, у нас тут есть mail. Ну, по мейлу тут, я так понимаю, level 5. Вот что level 5. Короче, все нормально. Идем, значит, дальше. Да хотя, ладно, давайте не буду я перепроходить этого мудака, короче, здорово. Ну, побил он меня, побил. Все равно патронов на него уйдет просто миллион. Ах ты, сука. Да, блин, паскуда ты такая. Я так тебя ненавижу, ты не представляешь. О, опять левел 5, смотри, я же здесь вроде был. Да идите вы знаете куда. Чтобы вас это еще бить потом. Ай, они меня все равно не понимают. Опа. Лестница есть. Куда, вниз? Опа! Здорово, Джейк, ты? Или как там тебя? Рик, я беспокоюсь о тебе. Подожди. Рик, да, и чё? Где диск? Где диск? Какой диск? Вон, смотри, слева. Он здесь. А вот он здесь, на. Ты такой маленький, я такой здоровый. Пошли работать. Пошли работать. Ты работать хочешь? Ты дурак, что ли? Иди спать, а не работать. Ну и чё? Окей, сделаем это. Ага. Для начала мы свяжемся со штабом. Алло? 156-12-1. Кто это? 35-0-20. Это Рик. 221-3589. Чё за цифры? Добро пожаловать. А где... Откуда он цифры эти взял? Там же не те вообще были написаны. Эта работка нас хорошенько загрузила. Не беспокойся. Только лишь доложи о ситуации. Исследуй уровень 7. 7? Мы должны исследовать каждую область. У нас появились еще одни небольшие неприятности. Там еще и 7 уровень. О, принято. Я спущусь вниз, чтобы исследовать систему безопасности. Как дела у тебя? Угу. А ты помнишь ту черную задницу, которую мы встретили в прошлой операции? Да. Давайте только без этого. Она была до такой степени черная, что ночью ее не было видно. А надо будет сообщить об этом в наш штаб. Че? А пока сделать все возможное, чтобы избежать встречи с монстрами. Это все. Я постараюсь помочь тебе, как и обещал. Принято. Я скоро вернусь. Перевод, конечно, да, классный очень. Это да. Ну, Роджер, Роджер, давай. Нам надо найти поддержку. Все, что нам сейчас нужно сделать, это получить полный доступ к зданию и отключить систему безопасности. Чтобы мы вообще без ничего остались, без безопасности? Ты что, серьезно? Тут монстры ходят вообще-то, Рик, ты чего? Сделано. Пока постараюсь это сделать собственными силами. Окей, вернемся в центр управления. Опять туда идти, таите твою мать. Опять в центр возвращаться, в центр возвращаться, в центр опять возвращаться. Так, тут два диска было, еще труп был. Опа, хоть что-то. Тихо, ракетки. Ой, 20 штучек, отлично. Ну, они, конечно, как-то херовенько валят. Так, ты куда пошел? А наверх чего? Пошли наверх, слышь? Так, давай сохранюсь, подожди. Может, там сейчас опять какой-то главарь будет здесь. Мало ли, оно ж непредсказуемо вообще. Так, чего тут у нас? О! Летунцы. Летунцы-леденцы! Стой на месте. Да, стой. Не... Давай свои писюны тут не вытаскивайте, окей-ки? Ну-ка. Ах ты, падла. Стоять, сказал. Нет, я их должен убить. Их нельзя оставлять, они будут вредить людям, народам. Ну-ка, стой. Ну-ка, стой, сказал. Вот все. А ты, блин, а сколько вас тут здесь? Хорош. Так, а ты чего? Фотография. А это что такое? They are working... Че? Окей. Что это работает окей? That's working окей. Тут тоже working окей. Окей, а что оно окей делает? А что за фотография? Давай позырим. Так, не ток. Фото a dark place. Will you use it? Давай.
И чё это? Чё-то под этого самого его. Чё-то подсвечено, а чё, там ничего такого примечательного нет. Так, а что, мне назад идти или что? Теперь опять в центр идти? Да едки. Где там выход? Не вижу. Чувак, привет, ты тут? Ага. Так, хорошо, мне назад. Сейчас нас будут атаковать. Ты только не пугайся, если чё. Стреляй в них. Ты меткий пипец прям. Я тебе отвечаю. Стреляй! Ты стреляешь? Нет, ты дурак что ли совсем? Ты почему не стреляешь-то? Так, хорошо, ладно. А, левел 5, я что тут? Все облазил? Нет, не все облазил. Смотри, мне еще по прямой нужно. А я могу сюда пройти? У меня же 5 уровня-то нет доступа. Или есть уже? Ты идешь там? Нет. Есть у меня уровень 5 доступ. Обалдеть. Хорошо. Это хорошо. Все, я могу попасть куда хочешь. Ты там идешь? Мне бы такое хильнуться, что ли, на всякий случай. Давай хоть вот этим. Жизни, кстати, здесь очень мало дают, если что, по всей карте, вот если так думать. Очень мало жизней. Там бутылок вот этого всего очень сильно мало разбросано. Еще! Ты куда ты... Блин, ты будешь стрелять, дебил? Или я тут буду сам работать? Ты чё? Нахрен ты мне нужен тогда? Так, что здесь? Ща, подожди, чувак, я потыкаю. Ля-ля-ля-ля, ничего здесь нет. Пошли дальше. Так, что там? Так, он стреляет. Хорош. Он что, убил вот того, или это я случайно его завалил? Два дефовца. Идем в центральный узел. Опять-таки, что там? А, я вышел вот с этой двери, которая левел 5 была, да? Ага, стопудово. Да. Теперь мне вот сюда. Мне идти назад. Мне просто идти назад. Его надо привести в центральный центр. Центр. Центральный центр, то, что центральный, самый централизирован. Да, быстрее ходи, чувак. Ножки, ножки. Есть. Привести к этой женщине. Что-то они там будут вместе мутить. Кого ты там? Крысы. А крысы на меня агрятся почему-то. Нет, тетя. Да. Хорош. Так, перезарядка. Перезарядка, 100 патронов у меня в этом. А какая разница, я мог бы не бить того чувака. Мне те патроны, если честно, что оно мне дало 100 их. Ну, в смысле 100, что я могу просто как бы в обойму зарядить 100 штук, да. Это как бы бесполезная вещь, абсолютно. Потому что, ну какая разница, мне 20 или 100. Ну, я зажму кнопку. Или там какой-то главарь будет такой, что мне нужно будет прям вот зажать кнопку и держать просто, пока он не сдохнет. Ну, главарь... Джейк. Ага. Ты знаешь, да. Как выбираться? Да. Ты думаешь, нет. Я поставлю так? Кто-нибудь пойдет с тобой? А что придется делать-то? Кроме того, у меня есть кое-какие сведения. Тритмент, да. Окей. Есть. Сам знаешь. Смотри за собой. И ты тоже, блин. До встречи у вертолета. Хеликоптер. Хелипорт. В порту вертолета. Так, этого я сбагрил, чувака. А мне нужно все равно в центр прийти или что? Блин. Левел 4. Где еще левел 5 был? Никто не помнит. Ну пошли, ладно. Может это, может там что-то в центр. Так, это не здесь. А что мне нужно сделать? Ты же сказал в центральную комнату вернуться. Control area. А что тебе ничего не нравится? Подожди, это он сказал не здесь. А где? А что мне нужно сделать? Куда тогда? Тут у нас буху это. Буфет. Выйди. Буфет нам еще рано. Так, а что там у нас по 3.53? А мне так интересно, что же это за дверь? 9 часов, что там? Ну-ка, знаете что, я сейчас думал, как бы сделать... тут же можно FPS-ки увеличивать на этом, на эмуляторе, чтобы быстрее шла игра. То есть у нас 3 часа получается, ну 3-4 почти, да? Нам до 9 часов подождать. Но я сейчас, давайте попробую сохраниться. На 3, на 4,
на 5 и на 1. Так, и попробуем нажать. Смотри, у нас время как идет. F5. Ой, нет, не F5. Не то. А какой? F4, да? Ага, смотри, быстрее идет, но не насильно быстрее. Фреймс лимит. Блин, очень медленно. Да, на раз, два, три, четыре. Ну, секунды три в секунду, но это очень сильно долго, все равно нужно оставлять. Хоть так, хоть иначе, блин. Ладно. Так, а хорошо, а что мне тогда сделать нужно здесь? Если оно мне говорит, что мне не в центральный нужно, а куда? Стоп, это буфет. Ага. Тут у нас закрыто, да? Да. Но мне есть доступ уровня 5. Вот теперь вспомни, где же был уровень 5? Вот где? Вот куда мне сейчас идти? Вот уровень 5. Доступ уровня 5. Ну ладно, пошли тогда дальше. Я не знаю. Пойдем сейчас дальше. Там же был какой-то уровень 5. Тут у нас закрыто, значит мне вон туда. Хорошо. Уровень 5. Еще можно на 5 уровень слетать. Там же тоже что-то было закрыто, двери какие-то. У нас уже есть полный доступ ко всему. То есть нужно просто найти дверь закрытую. У нас сейчас пока что... Ой, блядь. Да, конечно, у ворот ты крутой, блядь. Это, у нас получается... Доступ есть ко всему. Но у нас есть, получается, две двери закрытые. Те, которые на время. Те, которые на время. Это у нас лифт. Тут у нас ничего, значит, нам сюда. Ну, это я так предполагаю. Давай на второй слетаем, потом на пятый. Посмотрим, чего там. Если там нету дверей, на пятый поедем. Хотя там... Хотя там... На пятом уровне, я не помню. Там вроде двери были закрыты, а может и нет. Так, что у нас здесь? Ария. Открывай. Открывай. Так, спокойно, тут кто-то ходит. Вот тут у нас закрыто, смотри, есть. И он... А, это у нас получается тоже там что-то закрыто, не помню. Надо проверить. Это же здесь монстры есть, да? Мне что-то так не хочется с ними связываться, если что. Так, сохранились... Ай. Нам нужно левел 5 все обследовать. Все двери уровня 5, но их еще надо найти. Так, куда мне? Направо. Ага. Ты дурень. Да я не буду их даже трогать, на них патроны тратить. Не хочу. Серьезно. Вот как она закрыта-то с той стороны? Ну ты издеваешься, что ли, чувак, с меня? Ну как это вообще возможно? Ладно, тут еще кто-то где-то закрытая была. Смотри, вот так, хоп-хоп-хоп-хоп. Налево, направо в смысле. Направо, потом налево. Тут у нас что? Ага, тут у нас лазеры. Но там тоже, скорее всего, не будет открытая дверь, потому что там нужен какой-то ключ. Сученный. Точенный. Заточенный. Блять! Опять ты тут упыреныш. Пошел ты. Так, они меня не бьют, пока я здесь, да? Воу! Вот это вот. Room key is needed. Угу. Так, а у нас дальше получается area B2 вот сюда идти. Тут монстрюки ходят, но я не хочу что-то их бить. Так, это у нас лифт. Поедем на уровень 3. Конечно, это бесполезная трата времени, я понимаю. Вот это вот все. Ну, а как еще? Я не знаю, куда идти. Здесь же игра сделана. Тебе что-то надо сделать, но ты не знаешь что. Куда идти? Что? Зачем? Никто там ничего не пишет. Иди туда, иди сюда. Там надо то-то сделать. Сказали бы, там надо что-то сделать. Надо там хотя бы там в какую-то комнату попасть. Или что-то типа того. Привет. Нагастик, шмагастик.
Level 3. Так, хорошо, что у нас тут? Вот эта комната у нас открывается по времени, там у нас ничего нет. Тут у нас тоже ни хрена нет. Тут у нас лифт, да? На уровень 4. Хотя уровень 4, возможно, мне даже и не нужен. Я вот не знаю. Да, беда. Хотя смотри, я там сохранился перед тем. Я, если что, сейчас я туда сбегаю, если что, смогу загрузиться, чтобы назад не бежать потом. Просто это все время опять. А тут вот уровень 4. Так, у нас есть ребята. Ребята! А я здесь был, здесь ничего нет. Лифт! Подожди, лифт там на уровень 4. Сука. Там же на уровне 4 там просто морозильная камера. И с этими, с образцами, те, что я брал. И все, вроде там больше ничего нет. Хм, круто. Идешь? Ну иди. Привет. А я дальше пойду. Ну да, здесь просто камера и все. Хорошо, тогда загружаемся, пока я далеко не забрел, идем назад. Значит, мне нужно на пятый уровень тогда пойти. Так, а это я где? Это exit. Мне нужно на пятый уровень, а пятый уровень у нас это на лифт. Хорошо, на пятый нам нужно. Возможно, я не знаю. Если честно, я не знаю просто куда идти. Честно не знаю. Вот сюда пошли. Вот не люблю такие игры, когда непонятно, куда идти, не написано. Вот там туда пойди, вот. Мне сказали, иди центральный. Мне туда сказали, не надо. Сказали, это не тут. Ты туда не пойдешь, чувак, потому что это не там. Так, уровень 5. Ага, вот двери, левел 5 закрытая. О, вот нашел, наконец-то таки, блять. Хорошо, сохраняемся, пошли сюда на левел 5. Сейчас будут противники. Тут противники клевые. Наверное, какие-то новые. Опа. Газ! Или туман? Никого нет? Подозрительно. Я не дохну? Не дохну. Хорошо, каушен. Внимание, сука. Там что-то упало, нет. А что за территория-то? И что тут ничего нет? Ага, ничего нет. А? Знак вопроса? Бляха, червяк! А что с ним делать? Его же не убьешь. Гребаный упырь. Так. У него звук как... Бляха! У него звук как будто бы он конвейер какой-то. А чё ты так... Ты, сука, так не делай! Я бегу. Я побежал. Сука. Его может ударить, может. Так, тихо. Спокойно. Так, а чё он убегает-то? Так, хорошо, мне вот сюда. Ну и нахрен. Этого червяка его нельзя убить. Я так понимаю. Тихо. Так, какие-то новые уперёныши. А, не, не новые, прыгучие эти падлы. А ну иди сюда. Ну-ка не прыгать. Ты сука. Может, ты сдохнешь, не хочешь? Да, конечно. Он меня ебет! Да, конечно, да. Вот боевка охерительная просто. Серьезно, на. Нахрена таких жестких противников делать, когда в них надо по 500 патронов? Вы тогда патроны давайте. Вы же патроны не даете. Слышь? В закрытом пространстве. Пиздец. Взяли в закрытом пространстве, дали вот этого упыря, который прыгает, который уворачивается от пуль. Ха, красавцы. AP. Нахрена мне AP? Давай патроны.
Дринк! Во, охереть! Ну хоть, хоть жизнь, я не знаю, давай и выпью их. Да. Класс! Супер! Молодцы! Красавцы! Уважаю, у меня патронов нет. Чем я теперь буду драться вам? Еще и противники такие, сука, мощные. Ай, ладно. 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 Че у нас здесь? Давай противников туда. Двоих, троих, четырех, пять, шесть. Сразу же. Energy Pack. 126. Так он там 50, что ли, дает? Или сколько там у него? Херню. Ты что даешь? Дринк. Что это? Queen Down. Хм, лифт. Прикинь. Так, еще потрошки. Это хорошо. Потрошек нужно много очень. Давай еще потрошки. Так, а ты дашь мне дринк, да? А ты мне выпивку дашь? Нет, дата-диск. Ну нахрена он мне нужен? Сука. Страшно. Куда пошел? Чувак, давай не дури. Куда это я? Есть карта? Есть карта. Бляха, сколько здесь еще. Ладно, давайте оставим на следующую серию это все. Блин, что я сделал? Опять червяк. Сука, опять червяк. Придется бежать, да? Ой-о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 й
Все, я назад не вернусь, отвечаю. Он отбил весь путь. Кошмар. Все, вот тут мы и останемся. До свидания. В общем, все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. До встречи в следующей серии House Break, где, я так понимаю, возможно, будет скоро конец. А может быть, нет. Не знаю, но назад я уже точно не вернусь никак. В общем, все, всем пока.